Здравствуйте еще раз. Спасибо вам за то, че приехте. Здравейте. Благодаря ви, че приехте поканата да разговаряме. Знам, че имахте тежък път. Разговаряхме преди разговора. Затова ви предлагам да не ви губя времето, а да преминем директно към въпросите. Неотдавна се състоя премиерата на вашия филм «Путин и мафията» в Нидерландия. Каква е връзката на Путин с мафията или с други думи, за какво става дума във вашия филм? Да, действительно, премьера в Нидерландах была 16 сентября. В принципе, фильм выпущен был в феврале этого года. Первая страна это была Швейцария. Ну и там какие-то показы еще будут продолжаться, и то есть все это время он где-то идет. Связь в двух словах объяснить сложно. Мы во французской версии фильм даже назывался «Путин – крестный отец». И мы пытались ответить на тот вопрос, что действительно ли Путин как крестный отец и хозяин контролирует любой бизнес, я имею в виду какие-то доли через офшоры. И даже что касается преступных группировок, то, что они имеют тесные связи непосредственно с людьми Путина, а его самого упоминают вот как высочайшего царя, и который все контролирует. Ну и мы нашли много интересных подтверждений и прежде всего свидетельств, потому что это видео, и также документов. Говоря о российской мафии, в Испании проводится расследование... Говоряки за руската връзка, в Испания се проведе разследване на организираната преступна група Солнцевски. Каква е руската връзка в опита за убийство на Скрипал? Какви са хипотезите и кой има интерес от неговото премахване? И у кого есть интерес его обрати? Вы упомянули группировку Солнцевская, но на самом деле в Испании расследовалась в прошлом и сейчас продолжается как минимум 5 расследований, которые относились к России. Действительно, Солнцевская группировка, Тамбовская, вот которая еще со времен работы Путина в 90-е годы в мэрии Петербурга сохранила связи с чиновниками оттуда. То есть Солнцевская, Тамбовская, Таганская, Измайловская, еще и дело Фирташа, которого тоже Россия считает несправедливо преследуемым. Да. То есть можно его к России отнести, хотя он украинец. Вот. А что касается Сергея Скрипаля, это вопрос уже сложнее, потому что пока никаких точных данных нет. Выступила та газета американская, которая, в свою очередь, обратился испанский журналист. При этом, естественно, официально ничего не подтверждают испанские спецслужбы. И вообще это надо рассматривать в контексте того, что Скрипаль консультировал и спецслужбы других стран. Вы сама подошли к следующему моему вопросу. Мне кажется, вы, конечно, можете не согласиться со мной, что эта версия... Сама достигнах до следващия ми въпрос. Разбира се, може да не се съгласите с мен. Струва ми се, че тази версия е по-удобна за Лондон и Вашингтон, защото ако Лондон продължава да настоява на хипотезата Скрипал трябваше да бъде убит заради участието му в съставянето на досието Тръмп, тогава може да загуби подкрепата на Вашингтон. За его участие в изготовление досие Тръмпа. Вы с этим съгласны? Да, это действительно, вот, к сожалению, похоже на какое-то отвлечение внимания. Ну, у меня есть и некоторые более конкретные данные, но я сейчас в процессе как раз расследования и проверки, потому что, ну, знаете, это напоминал какой-то такой спонтанный, но хорошо срежиссированный интерес к тому, что когда начинаешь копаться в деталях, но информация не заслуживает вот такого, такой огромной информационной бомбы. И действительно, ну тут, и, конечно, испанцам еще нужно отвечать, почему идет такой наезд, в кавычках, на их правоохранительные органы. Но, возможно, наоборот, идет таким образом давление на Британию. Пусть она раскроет, что именно там Скрипаль сообщал британским спецслужбам. Потому что даже вот как в случае Литвиненко, когда отравили Литвиненко, там тоже вот выяснился испанский след, и что он сообщал испанцам, мы знаем,
большой точностью, там даже какие-то записи сохранились. А что он вот британцам сообщал, мы не знаем, но никто же не поверит, что он, ну, не консультировал британскую разведку, это же было практически официально. То есть, возможно, идет давление на Британию, а раскройте вот что есть у вас. Да. Тут я не знаю, хотя спецслужбы вообще не обязаны признаваться, что у них есть. Если правильно помню, Баширов и Петров... Ако правильно си спомням, Баширов и Петров бяха арестувани в началото на тази година през пролетта в Холандия, връщайки се от Швейцария, и те бяха заловени с техника, която може да бъде използвана за разбиване на компютрите на лабораторията, която по-късно излезе с резултатите за новичок. Правильно ли си спомням? Да, но там расследовали в частности мои коллеги из Bellingcat и Insider, но не я непосредственно. А что вы можете рассказать о... А какво може да разкажете, чел съм от ваши статии, за връзките на Тръмп с организирани престъпни групи и дори с КГБ още от 80-те години на миналия век? Да, действительно, сейчас уже даже вышла книга, которая называется «House of Trump», «Дом Трампа», и дальше там не рассказана история вот связи Трампа с мафиозными группировками. Она вышла в августе. Ну, понятно, да, что довольно много книг выходит, но вот на эту тему именно такая. Я, поскольку сейчас живу в Париже, то есть не в Америке и не в России, ну, где-то год, может быть, полтора, вообще старалась ничего не писать на тему Трампа, потому что это немножко неприлично было бы. Но вот интересуюсь именно мафией, непосредственно солнцевской группировкой. Я была в контакте с одним членом солнцевской группировки, будем так называть. Ну, он уже там был в тюрьме, но, видимо, попытался вернуться обратно в обойму. Который вот сначала, значит, по скайпу, а потом в личной беседе сказал, что, ну, это все устроила Иванка. А дальше дал некоторые данные, Иванка, которые супруга Трампа, на фоне косвенных подтверждений выглядят... Дочь Трампа. На фоне косвенных подтверждений это выглядело достаточно достоверно. В общем, у меня по этому поводу есть статья. Этот человек утверждал, что в 2013 году люди Трампа договаривались непосредственно с Авериным и Михасем, это два таких авторитета солнцевских, о строительстве Трамп Тауэр. Потом вот писатель американский даже написал, что это делал непосредственно Феликс Саттер, это был помощник Дональда Трампа. На фоне того, вот других расследований, мафия настолько проникла в систему российской власти, что без них невозможен никакой бизнес. Это видно, например, по делу, ну, Тамбовской группировки, где они обсуждают и нефть, и там и, вот как раз по поводу ювелирных изделий, как они это поделили с солнцевскими, какие у них где схвачены, что в министерствах, среди силовиков и так далее. Ну, есть фотографии, где вот эти солнцевские выпивают с генералом армии, депутатом Госдумы. То есть ничего невероятного в этой информации, естественно, не было. Но дальше были уже косвенные подтверждения, что Трампа действительно еще с 80-х годов, и когда эти же солнцевские приехали на Брайтон Бич в Нью-Йорк, он, во всяком случае, активно пользовался их деньгами, вот, финансовыми вложениями в свой бизнес по продаже недвижимости. Вот. И он всегда хотел связи с Россией, действительно, еще в 80-е годы уже тогда был Пол Манафорт, через которого он пытался, например, ну, чтобы Рональд Рейган его назначил послом в Россию при Горбачеве. То есть у него какая-то любовь, ну, видимо, к легким деньгам была еще с тех времен. Вот. И это достигло все какого-то действительно впечатляющего масштаба, потому что вот Америка – правовое государство. И обо всех этих группировках существует только отчет. Да. И вот никто не сидит, кого там не удалось арестовать, потому что Россия не сотрудничает и так далее, и так далее. То есть находятся вот оправдания. В итоге существует две параллельных реальности. Ну, или, как говорят в России, все секреты, ничего не тайно. Вот это. Мы знаем, что это так, одновременно приговор. А как вы думаете, все это
Как мислите, дали всичко това, за което вие пишете и говорите, е известно на специален прокурор Мълър или нямате информация? Ну, я думаю, да. Чисто теоретически, что да. Вот год назад, кстати говоря, в Болгарии мы провели круглый стол. Мы – это группа по борьбе с коррупцией, да. Гражданского форума «Есть Россия». Мы провели круглый стол с прокурорами. Вот там был испанский, итальянский прокурор из России, бывший следователь, и болгарский активист. В общем, мы вот тогда выясняли, ну как вот нам, журналистам, мол, да. Что-то вот донести до прокуроров. На что нам ответили: успокойтесь, все это читается. Сразу же изучается, и каждый должен заниматься своим делом. Ну, то есть, Роберт Мюллер, там его расследование, например, цитируются данные расследования другого, да. The Insider по поводу хакерских атак. Так что, я думаю, все, конечно, ему известно. Ну, и не то, разумеется, не только. Можете ли рассказать, мисля, че и вие сте писали по този въпрос, малко повече за връзката на Орбан с организираните престъпни групи, за ролята на Пинтер, на Могилевич. Мисля, че става дума за евентуални подкупи, които най-вероятно са били заснети с камера. Вероятно снята на камера и так далее. Да, действительно. Вот об этом же писал и Юрген Рот. Это, кстати, он в Болгарии, по-моему, популярен. Это был немецкий исследователь мафии. В общем, суть в том, что тот же самый человек, который работал с Могилевичем, его зовут Дитмар Клода, ну, он немец по происхождению, но жил в Будапеште, он написал аффидевит о том, что он передавал деньги от Могилевича Шандору Пинтеру, да. Это министр внутренних дел Венгрии. Там влиятельным людям в средствах массовой информации и вот непосредственно молодому политику, потому что это было все в 90-е, который потом оказался Виктором Орбаном. И что все это снималось на камеру. Значит, потом, как Могилевич тогда проживал в Будапеште, он там женился на венгерке, но потом, как известно, его оттуда выгнали, и, скорее всего, это было условие вступления Венгрии, да. в Евросоюз, что вот такого одиозного там руководителя международной мафии вы, пожалуйста, что-нибудь сделайте, чтобы его тут не было. Вот, а этого человека, Дитмара Клода, его там посадили за изготовление взрывчатки. Ну, он называет себя невиновным, и там потом его экстрадировали в итоге в Германию, где там освободили отчасти отбывания срока. Ну вот, и понятно, что это аффидевит, человек вот говорит, вот я это видел, и это, казалось бы, все, но вот, например, при обыске у этого Дитмара Клода действительно нашли камеру, которая была монтирована, между книгами стояла, и есть фотографии этой камеры, которые попали в СМИ. И его дело засекречено, ну, потому что, видимо, изъяты же были еще и пленки, и понятно, что там было. И только вот его упоминания есть в каких-то парламентских слушаниях вот этого вот секретного дела. То есть, видимо, эти пленки были. Ну вот, а при чем тут Кремль? Кремль тоже арестовал Могилевича, это вот был где-то 2008 год, и его продержали где-то около года, да. в тюрьме. И под, ну, ему какие-то налоговые там претензии предъявляли, а потом он неожиданно вышел. И именно после этого Орбан стал другом Путина. Да, то есть, да, понимаете, да, в Венгрии, ну, болгарам объяснять не надо, там как бы ноль любви к России, у них даже в Конституции там, да. вот, написано, что 56-й год, мы помним. И на этом, ну, Орбан в первый свой срок, может быть, он был коррумпированным, но он, да. не любил Путина, не любил Россию. Тут вдруг он помчался, значит, к Путину на съезд Единой России и вот стал ручным. То есть большая вероятность, что ему был предъявлен какой-то компромат, и вот, как сказал Дитмар Клода, это были, да. именно те самые пленки. Вот, ну и, в общем, есть, я знаю, как минимум два... других случаев с европейскими политиками, когда, видимо, там компромат имел место. То есть это, ну, все звенья одной цепи. Я думаю, что на этом наш разговор оканчивается. Искаше ми се да ви попитам и за възможни български връзки с руски криминални среди и организирани престъпни групи, но вероятно ще направим това при следващ наш разговор. Благодаря ви много, приятна почивка ви пожелавам и
нови успехи. Благодаря ви. Спасибо вам большое. Спасибо вам за интерес.